приятное, ребят, завершение дня 23 ноября. Вы спросите меня, где я иду? Я иду по улице Академика Королёва. Просто везде вырубили свет. Вот уже начиная от поворота на Инглези, все дома стоят черные. Но еще до Левитана там светятся фонари. Здесь уже, как вы видите, фонари уже не светятся. Это я на 10-м доехал до самой конечной, до Инглези космонавтов. Потому что, ну, у вокзала там были сумасшедшие очереди на трамвай, поскольку ввели опять локдаун. Ну и что ж, мне теперь пришлось идти пешком. А мама говорит, что сидит у дежурной, ей опять плохо. И не может подняться даже наверх домой. Потому что лифты не работают, она не может подняться пешком на 9-й этаж. Вот, смотрите, дома черные просто. Вот по обеим сторонам. Видно, плохо видно дома. Но мы попробуем фокусировку сделать. Вот. Они просто черные, ребята. Ну, света просто нет нигде. Даже на дорогах нету света. Короче, просто жесть. Может, фонарь включу тогда? Вот, хотя бы включу подсветку. Она не особо что-то решает, но хотя бы видно землю. Как уже в туалете хочу, я не говорю. Может, еще в панорама открыто? Все-таки большой торговый центр. Там однозначно должны быть электроподстанции. Если да, то я спасен. Если нет, буду надеяться, что все-таки добегу до дома. Тут уже осталось чуть-чуть. Как-то так, ребята, весело все у нас. Таирова просто, ребят, черная. Вот. Там, где вы видите, вот эти кое-где светятся в домах, это, видно, люди включили светодиодные фонарики, просто фонарики, там кто, вот на третьем этаже тускло, видно, свечку люди зажгли. Ну, так, как видим, нигде света нет. Обычно тут много светится окошек, да, тут просто темнота. Ой, блядь, походу, в лужу наступил. Жесть. Ничего, сейчас как-то уже дойду. Ладно. Дорогие друзья, вот я уже дома. Давайте выйдем на балкон. И выглянем в окно, ребят. Что мы видим? Вы тоже говорите, что не видите абсолютно ничего? Да, ребята, так и есть. Свет нет нигде, даже вот в той большом доме. Все Таирово, блядь, просто черное. Я сейчас даже отключу вспышку, вы посмотрите на эту красоту. Таирово черное, только машины ездят, и где-то у людей в окне горят какие-то огоньки, кто-то зажег свечку. Там, где более белое, кто-то, у кого-то яркие белые светодиоды. Но вы видите, даже освещения нет. Однако нет, смотрите, ребята, светофор. Светофор, ребята, здесь работает. А вот на Королёва ни один светофор не работал. Прикиньте себе такое. О, даже 12-й троллейбус, смотрите, подъехал, вот. Вот маршрутка, вот подальше вот троллейбус подъехал. Да, ну на троллейбусы там отдельная у них сеть, ребята. У них отдельная сеть. На дома, на троллейбусы у них отдельная сеть, ребят. Поэтому то, что троллейбусы работают, ничего тут страшного в этом нет. Там у них отдельная линия питания идет. Ну вот вы просто посмотрите, вот дома, да, вот дома. Ну, здесь их плохо видно, ребят. Ну, просто вот смотрите. Я даже сделаю пару фотографий в ночном режиме. Правда, не факт, что это как-то улучшит. Но давайте попробуем все-таки. Почему? Ночной режим, ребята, очень даже помог на самом деле. Мы увидели как раз те дома, которые не видели.
Правда, он очень все ярко так ослепил на заднем фоне, но все-таки это полезная вещь. То есть вы видели картину. Все просто черное, отключенное. Света нет нигде, ни фонари не горят, ничего. Там еще до Левитана хотя бы фонари горели, но не работали светофоры. Тут наоборот, работают светофоры, но не горят фонари. Но так поздно, уже машин довольно мало, уже регулировать особо и нечего, в принципе. Да и людей на улице крайне мало. Ну вот кто выйдет вот в такую темень искать себе приключения на одно место? Ни один разумный человек, только по экстренной нужде. Ну все, ребята, добавить больше нечего. Спасибо за просмотр, Геоцентрус был с вами, пока.